набрали воды. Сейчас едем дальше. У нас смена пилота, похоже, произошла. Заходим в ручей. Все, Влад, разворачиваемся, поехали обратно. Скрылся в пучине морской. Так, у нас такой сюрприз неожиданный ждет здесь, просто лесоповал страшный. Сейчас пойдем посмотрим, вообще смысл есть поехать, нет? Так, ну часть первого лога мы прошли почти. Вообще я на Котлетосе первый раз еду. Почем забрал, брат? На махнул? Транзит поменялся. Махнул, не глядя. Вот выходим на полянку. Здесь слева приходит река Большой Услаган. Они сливаются и дальше пойдут вместе. Как мороженое, а? We'll be right back.
Так. Что-то у нас захрустел мост. Немножечко. Разбираем. Плановая ТОшечка. Видим такую картину. Как-то умудрились мы сломать, короче, шестерню. Самое, что вот в этих мостах, что невозможно сломать, как будто. Да? Да. Шестерня мощная. Наташа, если будет лучше, грязь руководить, выпереть. Офигеть. Ну, там вообще руководить. Щелкнуло. Щелкнуло половой. Скорее всего, зубья. Да. Ты не половой не выдержал. Уволился. Санчать. Еще и вот эта шестеренка померла. Сейчас наварим шестеренку. Снимем, наварим, обточим болгарочкой. И все нормально будет. Ни хера страшного такого, ничего страшного. Рулеткой вымерим. Да не надо рулетки, я так сделаю. Так? Точно будет. Конечно. Наварим, до дома доехать хватит. Да, Аркадий Михайлович? Да какой до дома, потом варить еще будем. Год еще и билетку будем. Конечно. Пока не сломается, ну. Машину починили. Едем дальше. Правда, без одной кегли задней, но едем, уже хорошо. Ехать нам примерно 3,5-4 километра. Так, подъехали здесь. Момент опасный. Надо аккуратненько проехать, чтобы не свалиться. Опасный момент, и зрители ликуют. Уже стемнело. Продолжаем движение до какой-то более-менее нормальной полянки, потому что везде снег. Палатку поставить некуда. Вот мы. Нам надо хотя бы вот сюда. Но вряд ли получится. Поэтому вот отсюда доехать было бы шикардосно. Либо до сюда. Встаем на ночь. Время. Сколько там время? 11? 12? 11. 11. Нормально мы работу сделали, хороший. A chance to change, but I feel the same.
Доехали. Лагерь поставили. Сейчас кушаем. И спать. Кушать и выезжаем туда. Нам еще ехать, так что надо торопиться. Пока все в строю, встали в таком красивом месте. Ну, в общем, как всегда, мы опять разрушенный мост. Надо переехать ручей. Так вот, спускаемся на лебедке. Автобус наш тоже потихоньку едет. Так, уже не едет. Поднимаем бегемота из болота. У меня лебедочками вообще песня идет как. Шикарно. Только я, походу, поехал. Ну и опять ручей. Даже не ручей, река. Подъехали, такой первый серьезный брод. Я прошел. Получается, Аркадий сейчас готовим к переправе. Сейчас обследуем дно тщательно. И будем переходить. Shut it up and fake that I'm alright. I'm ready now, I'm not waiting.
Так вот мы едем по насыпи, более-менее нормально. Но периодически ныряем в ручей. Подъехали к очередной засаде. Здесь смотрите, что бобры натворили. Здесь целый каскад. Перепад сантиметров 50-60, наверное, воды. Так, подъезжаем к урочищу Симка. Ну, решили мы, короче, пообедать, кстати. Вот тут у нас пошел уже этот самый оффроуд стриптиз. Нам туда собираемся и выдвигаемся уже в сторону Чендара. Нам осталось проехать километров, наверное, около 35-40. Ну, дорога уже такая более-менее понятная. В общем, Аркадий Михайловичу не хватило говна. Он решил добавить. Да, Булат? Зачем вы так сделали? Все закончилось наше. Трехдневная экспедиция. Выехали в Чендар. Качаем колеса. Аркадий Михайлович, что скажешь по поездке? Поездка вообще огонь. Просто истерика. В чистом виде. Охуительно. Было все. Крепли все. Страсти, мордасти, поломки. Печаль была там. Радость. Влад, что как? Поездка, как ощущение? Крутая изикатка. Булат, что скажешь по поездке? Поездка огонь, мне вообще все по кайфу прям было. Я, короче, этот, на самом деле, раньше всем говорил, вот, я ездил на укол, а теперь мне даже стыдно сказать, что я там был. После сегодняшней карты было вообще супер, короче. Не знаю, теперь... Такого провода, наверное, больше никогда у меня не будет, только если вы позовете. Выезжаем в город. Мы, наверное, поедем в город на котлет, я думаю. Ладно, давай. Ну, на что там сейчас, туда-сюда ездить. В общем, едем в Уфу. Алла. Это весь маршрут, мы просто 200 километров по асфальту проехали. Ну, осталось там до Уфы еще километров 80. В принципе, за полтора часа дойдем, думаю. Навигатор у нас, Яндекс.Навигатор стоит. Пробки там, все дела. Едем. Ну все. Мы на базе. Вернулись. Тут, короче, непонятно, что произошло по дороге, пока нас не было. Тут, короче, в крыше дырка. Где-то есть. И туда затекает вода. Аркадий Михайлович. Объяснение есть какое-то логическое этому? Не, ты скажи, как ты это сделал? Зачем? Да проехали, а это какая-то вафля просто была. Палочка торчала маленькая, тоненькая. Ну ладно, все хорошо, все живы, здоровы. Мы дома.